Друзья, предлагаю вам связать по новой технологии такой вот Барби плед. Он вяжется очень просто и легко, несмотря на то, что здесь три цвета. Я вам покажу поэтапно, как связать каждый шаг. Даю вам такую технологию, повторяйте просто со мной, и у вас все получится. Мой плед небольшого размера для новорожденной девочки. Конечно, если вы захотите, вы можете связать полуторный или евроразмер. В таком случае нужно просто взять больше пряжи, умножьте вот этот квадрат на 4 и свяжите 4 квадрата такого же размера. Вы можете использовать любой цвет, который вам нравится, и вместо ярко-розового использовать ярко-голубой, а здесь нежно-розовый. Можете заменить на нежно-голубой, здесь белый ставить. И так можете менять на любые цвета. Изначально моя была идея использовать 4 цвета, но, к сожалению, в палитре этой пряжи нету таких оттенков, которые мне понравились бы 4. Поэтому я остановилась на 3. Приятного вам вязания! Друзья, такого еще никто не вязал, мы будем с вами первые. Сначала я увидела платье Барби, захотела связать такой же плед, как у нее платье. На платье мы видим 4 цвета, вот самый яркий розовый, верхний квадратик чуть-чуть светлее, далее влево белый цвет и вниз еще светлее идет розовый, чем вот этот. 4 оттенка розовых. А вот если на платье куклы посмотреть, то здесь всего лишь 3 цвета. Ярко-розовый, 2 одинаковых вот квадратика, светлее чуть-чуть, и белый. Так что такой пледик вы можете связать для игрушек, если ваши дети играют такими куклами. Если вы найдете именно 4 цвета, то используйте вот 4 цвета. Ярко-розовый, первый номер цвета, далее чуть-чуть светлее, потом еще светлее и белый. 4 цвета будет плед красивее. Моя задумка, моя идея была в том, чтобы связать именно вот такие оттенки. Я использую 2 цвета Alize Parfumeur. Напишу на экране эти номера. Если использовать, смотрите, 4 цвета и самый светлый здесь. Вот, получается так вот. Я вам схематически нарисую. Будет симпатичнее плед. На мой взгляд, для мальчика, то можно в синих цветах. Плед по ширине 60 петель, 5 сантиметров 4 петли, 20 сантиметров 16 петель. Если захотите сделать шире плед, то сделайте расчеты. В два раза, если хотите сделать шире, то наберите 120 петель. Для моего размера нужно 4 моточка пряжи. Всю дополнительную информацию по поводу пледа, размеров, укажу в описании под видео. Нажимайте кнопочку «Еще» и читайте. Раппорт узора у нас 8 петель. 4 петли у нас для одного квадратика и 4 петли для второго квадратика. И вот эту пару квадратов мы постоянно повторяем и повторяем. Плед начинаем мы вязать вот с этого места. Первый квадрат мы вяжем слева направо. И его я также сделала ярко-розовым. То есть я набрала именно 60 петель, чтобы вместить еще яркий квадрат сюда. Вот так, для симметрии. Можете не делать симметрии, тогда будет яркий первый, потом светлый, яркий и светлым заканчиваться. Ну, как на мой взгляд, то лучше, когда симметрия есть. Поэтому я сделала так. То есть раппорт у нас состоит из вот этих квадратов двух. Это 8 петель, 4 петли и 4 петли. И плюс 4 петли для яркого квадрата. Всего на пледе получается 15 квадратов. 60 петель поделить на 15 равно по 4 петли каждый квадрат. Каждый квадрат по ширине состоит из 4 петель. Вот тут 1, 2, 3, 4 петли. И по высоте из 3 рядов. Классическое соотношение сторон в вязании. 5 сантиметров 4 петли. Давайте свяжем маленький образец, покажу, как начинать вязать. Я свяжу его на 2 квадрата. Вот таким образом начинаем вязание. 1, 2, 3. 3 петли закрыли. Далее 4, 8. Вот эта петля, она стоящая, это 8. Итак, у нас здесь закрыто 8 петель для 2 квадратов. Вы решаете, какой ширины будет плед, и провязываете нужное количество петель. Так же самое снизу закрываем розовые петли. Далее разворачиваем рабочую нитку
Первую петлю вот эту мы не трогаем, она у нас уже есть. Мы берем вот эту косичку дальнюю, вот эти дужки будем использовать, и протягиваем через эти дужки следующие яркие петли. 3, 4. Первый ряд яркого квадрата. Далее берем петли нежно-розовые. Вот эта пара петель, вот ярко-розовая уже провязана, и с ней нежно-розовая. Берем следующую нежно-розовую и вставляем сюда. По парам. Вот так, видите, пара. Далее разворачиваем нить и вяжем нежно-розовую берем. Вот, видите, по парам. Раз, два, раз, два. Берем верхние, только розовые. Далее берем только ярко-розовые. Вставляем яркие сюда. И таким образом вяжем три ряда. Лицевая сторона у меня вот ярко-розовый цвет. Это лицевые ряды у меня постоянно. Если перевернуть, то здесь у нас есть петли. Вот они будут такие у нас тут формироваться. И их также нужно протянуть через дужки. Лежа вязать удобнее, вернее, когда полотно лежит. Далее мы провязываем следующий ряд. Я беру яркую, вставляю. Раз, два, три, четыре. Все, три ряда готово. Получился первый квадрат. Четыре. Готово. Получилось два квадрата. На изнаночной стороне мы их поднимаем и протягиваем. Вот эти, что получается при вязании, мы протягиваем нижний ряд. И так будем делать постоянно, пока не закроем все петли изнаночной стороны. Изнаночная сторона очень вяжется легко. Похожий плед мы уже с вами вязали. Это плед Ави. Подсказка вот на него. Комфортно ребенку. Мой ребенок очень любит такие мягкие пледики. Мы провязали 3 ряда на лицевой стороне ярким цветом. Получилось вот 1, 2, 3. 3 петли. И вот мы провязали последнюю петлю лицевой стороны и розовая, нежно-розовая для изнаночной стороны. Вот так оставляем. Далее пропускаем еще пару петель. И рядом вот здесь, так, мы вот так просто в рядышком делаем вот так разрез. Эти две крайние петли я оставляю для того, чтобы потом их связать и спрятать внутрь. Обязательно нужно связывать узелок, так как если просто обрезать здесь, то распустится полотно, так как петли могут распускаться, особенно после стирки. Теперь мы берем другой цвет. Далее ставим кубики сверху. Будет нежно-розовый. И следующий белый. Присоединяемся так же само. Край я отрезала. Здесь была только одна целая петля. Оставляю две крайние петли. И беру следующие две. И в ярко-розовую вставляем нежно-розовую. Вторую. Раз. Далее вставляем только розовые вот эти нежно-розовые петли. Теперь у нас, смотрите, что получилось. 4 петли нежно-розовые провязанные, а 4 белые будут для изнаночной стороны. Изнаночную сторону мы провяжем в конце. А вот эти два хвостика здесь будут. И здесь два. Мы потом их просто все будем прятать в конце работы. Далее мы берем белый цвет. Какая следующая пара петель. В розовый протягиваем белый. Очень внимательно вяжите, чтобы не пришлось ничего перевязывать. И далее мы вяжем три ряда вот этим цветом. Формируя здесь розовый, а далее белый. Розовый, белый, так до конца ряда. Потом снова мы отрезаем эту пряжу, присоединяем вот этот цвет. И формируем опять ярко-розовый квадрат, нежно-розовый, ярко-розовый, нежно-розовый. Итак, мы меняем постоянно эти два цвета. И вот так вяжем с любовью все квадратики. Когда мы видим 3 петли, 1, 2, 3, то это значит, что достаточно высоту вязать и нужно менять цвет. Оставляем вот эти 2 петли, следующие, и отрезаем вот здесь. Мы их не распускаем, вот так оставляем. Вот эти 2 петли мы оставляем для хвостиков,
А вот эти три надо провязать. Мы прикладываем вот первую. Давайте сразу вот так положу. Вяжем же слева направо. Так, вот хвостики. И прикладываем и вяжем. Раз. Дальше вяжем нежно-розовый. И так до конца ряда. И так вяжем плед на нужную высоту, постоянно чередуя ниточки. Эти два хвостика мы будем прятать при помощи крючка номер 4. Мы разрезаем эти петли. В принципе, они сами распускаются. Так. Аккуратно. Я буду завязывать вот так узелок. Протянем внутрь. Через 3. Раз, два, три нитки. Так. Можно еще сюда. Сюда. И завязать узелок. А можно без узелков, если вообще чтобы было. То тогда можно распустить, протянуть еще. А далее взять клей для трикотажа, натянуть вот так. Здесь капнуть каплю клея. И обратно растянуть, поправить, чтобы хвостик приклеился к изнаночной стороне каждой петли. И прижать сверху вот так. Вот так будет лучше даже, чтобы не было здесь узелков. Закончилась нить. Присоединяем, вставляем 2 петли. Вяжем. Тут уберу. В этом месте я присоединяла пряжу, и сейчас я буду прятать эти хвосты. Это место посередине пледа. Я завязала узелки, и теперь могу протянуть розовый цвет в розовый, лучше прятать сюда. Резиновый нужно проложить так, чтобы он не выглядывал, и он вот так вот не хочет нормально ложиться, будет здесь видно. Поэтому мы его опустим тоже вниз. Вот так сделаем, потому что тогда будет здесь аккуратное соединение, не будет бугорка. Так, этот положу сюда, между петлями просто положу. Вот так кладу. Клей для трикотажа любой берете, несколько капель, и кладете так, чтобы клей касался петель. Вот так вот. Прилипло, чтобы туда. А далее сверху мы провязываем одну петлю. Так, этот хвост тоже туда можно положить. Так же самое, берете клей для трикотажа, любой, какой есть хороший. Прокладываем вниз, только не на хвост, а на петли, которые есть там. Они там у нас нежно-розовые. Вот так приклеиваю туда. Все, и два хвоста мы приклеили. Смотрите, чтобы каждая петля стояла ровно. Правая дужка была справа, левая слева. Вот так вот не перекручивайте, чтобы не было скрещенных петель. За этим внимательно следите. А вот это лишние хвосты чуть-чуть натянуть. Обрезать. Вот так. Эти хвостики мы просто протянули. Мы их не клеили. Так же самое. Если так, беру клей и лишнее отрезаю.
Вот так аккуратно обрабатывая все хвостики. Когда мы часто меняем цвет, много получается хвостиков в этом пледе. Вот сбоку, видите, постоянно вот эти я оставляла. Расход пряжи увеличивается, потому что петли мы используем не на плед, а на то, чтобы потом соединить эти хвосты. Это нужно учитывать. Вот смотрите, по краю пледа сколько хвостиков. И все их нужно спрятать. Эти хвостики можно прятать параллельно с тем, как мы провязываем изнаночную сторону. То есть, смотрите, вот мы вяжем на изнаночной стороне, поднимаемся вверх, эти можно оставить, это потом. И вот я дошла до того места, где у меня висят эти хвосты. Я уже их разрезала, эти петли. Я связываю, например, белую с ярко-розовой. Вот так. И еще раз можно. И розовое с розовой связываю. Так, еще раз связываю. Смотрю, где я смогу проложить эти нитки. Вот это яркую розовую. Ярко-розовую положим сюда. Капля клея. И кладем. Вот так она приклеится отлично. Вот так, можно не обрезать. Главное, чтобы клей высох и хорошо приклеилась. И смотрим, где мы проложим белую и розовую. Розовую можно рядом проложить. В некоторых местах. Раз и здесь намазать клей. Я пущу розовый сюда, если то он не кладется. Он не хочет. Так, окей. Тогда я опускаю его к белому. Пущу вот так. Отлично. И меняю направление нитки, чтобы она хорошо легла. Так, дальше здесь можно провязать. Прячьте таким образом хвосты, чтобы сбоку вот здесь вот не было ничего видно, чтобы было аккуратно. Так, белую я положу выше сюда между белыми. При вязании на заказ плед. При вязании на заказ такого пледа учитывайте расход даже на клей. Так, может быть, уйдет достаточно много. Вот что получилось. Какой-то пушок лишний я отрезаю. И вот так получается у меня обработано. Таким образом прячем хвостики на всем пледе. После того, как будет связана полностью изнаночная сторона пледа, при провязывании изнаночной стороны мы прячем хвостики. Именно такая технология наиболее удобная, поэтому я вам говорю, как лучше по порядку что делать. Сначала мы связали лицевую сторону, потом вяжем изнаночную сторону и параллельно прячем хвостики, когда приближаемся к этим местам, где хвостики вот у нас. И только потом, когда мы уже довязали до верха изнаночную сторону, вот как здесь, с двух сторон я уже довязала. У нас получается два ряда петель. Когда вся изнаночная сторона будет провязана, мы закрываем петли. Как мы закрывали петли в пледе Ави, точно так же мы закрываем петли и в этом пледе Барби. Плед получается очень мягкий, двойной такой теплый. Мой сын заказал, чтобы я ему тоже связала такой двойной плед 1,5 метра на 2 метра. Для фотосессии можно использовать такие пледы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой узор, эта технология. Буду очень вам благодарна за ваш отзыв. И увидимся в следующем видео-мастер-классе. Я вам еще один снимаю уже. Будем вязать крючком, так что приготовьте ваши крючки. Сколько квадратов получилось по ширине и по высоте, я вам укажу внизу под видео. Обязательно нажимайте кнопочку «Еще» и читайте всю информацию. Этот плед прекрасно стирается в машинке на режим стирка деликатная или ручная. Включайте минимальные обороты, чтобы плед не вытянулся. А делитесь этим видео у себя в соцсетях и вяжите пледики маленьким деткам. Можете подросткам связать, девочкам, мальчикам. Или на подарок мужчинам, женщинам. Просто подберите здесь другие цвета.